Самые большие машины в мире. Высота с трехэтажный дом. Радиус колеса больше, чем средний рост человека. Каким должен быть завод, чтобы производить такую технику? Это был когда-то небольшой просто поселок, где зарождалось предприятие торфяного машиностроения. Тогда еще не было и одного квадратного метра асфальта во всем этом месте городке. БелАЗ, как производитель карьерной техники, родился в 1958 году. В начале 60-х годов создается особое конструкторское бюро, которое начинает решать вот эту непростую задачу. То есть от обычного автомобильного самосвала перейти к самосвалу, который должен работать в довольно сложных, тяжелых условиях. Если до 60-го года БелАЗ собирал самосвалы, разработанные другим предприятием, то уже в 61-м году был собран настоящий БелАЗ. Мы были сориентированы были в то время на то, чтобы собирать обязательно 27 тонн, 40 тонн, может быть и больше. Может быть. Насколько больше могло тогда представить человеческое воображение? Облик карьерного самосвала складывался именно тогда, в 60-е годы. В первую очередь, это короткая база, маленькое расстояние между передней и задней осью. Воронкообразный кузов без заднего борта, смещенная на сторону кабина. Но самое удачное решение для БелАЗа – это все-таки пневмогидравлическая подвеска своей собственной разработки. Она лучше у нас, чем у всех. БелАЗ сохранил этот облик. Но его грузоподъемность с тех пор увеличилась в десятки раз. И каждый раз такое увеличение требовало новых, сложных решений. До 80-го года завод делал в основном маленькие машины. Я их называю маленькими. Это 30-45 тонн. И в основе лежала технология жесткая. Детали были четко привязаны к станкам. И очень сложно было освоить какую-то новую продукцию. И вот было принято решение переходить на машины более высокой грузоподъемности. Понадобилось срочно менять технологию. Рискованное по тем временам решение. Перейти на гибкие технологии, в основе которых программное оборудование, так называемое ЧПУ. После этого у нас появился цех программных станков, который сегодня является основой, ядром производства этих больших машин. Вот на базе этого цеха потом появились машины 110 тонн, 180, 220, 240, 360 тонн. Если бы мы вот по-прежнему придерживались этих жестких технологий, я думаю, сегодня мы большие машины вообще бы не имели. Мы не смогли бы их создать. БелАЗ не просто создал, он поставил на конвейер. И мог ли Генри Форд предположить, что почти через полвека после его изобретения на конвейерах будут собирать таких гигантов? Это тоже уникальная, кстати, технология. Ни один из производителей такой техники конвейерным способом такие самосвалы не собирает. Смелых шагов в истории завода было немало. Еще в конце 70-х БелАЗ начал применять новое конструктивное решение – электромеханическую трансмиссию. Это был тяжелый такой переломный момент, принципиально новая конструкция машин. Значит, дизельный двигатель. За ним стоит генератор, который вырабатывает ток. Дальше электрические цепи, электродвигатель в колесах. И вот они уже вращают эти колеса. В начале 90-х оказалось, что преодолеть технические трудности – это еще не самое сложное. Советский Союз распался. И завод оказался практически на грани исчезновения. Задача ставилась очень сложной – быть или не быть. Приходилось перестраивать не только всю производственную цепочку, все технологические нити предприятия, но приходилось и перестраивать ту продукцию, которая выпускалась во времена Советского Союза. Тогда БелАЗ решился значительно расширить гамму своей продукции, предложив горнякам комплексные поставки карьерной техники. Наши первопроходцы, те, которые создавали карьерный самосвал 27 тонн,
то время даже не могли подумать, что когда-то там на этом же предприятии будет производиться карьерный самосвал грузоподъемностью 320-360. Но это уже сегодня уже реальная картинка жизни. Уникальное предприятие. Каждый третий карьерный самосвал в мире. 70 стран присутствия. И всего 65 лет. В чем секрет таких результатов? Не просто технологии, не только оборудование. Люди. Если без души люди приходят и не зная свою работу, и не заинтересованы в этой работе, создать хорошую технику просто невозможно. Работают те люди, которые любят, ценят свой завод, свое предприятие. Любая конструкция, любое новое что-то, это сложно, а если сложно, то это интересно. Причастность к такому большому делу, оно всегда вызывает чувство гордости. Мы не представляли, что БелАЗ будет такой большой, и что продукция БелАЗа будет известна всему миру. БелАЗ занимает сегодня ведущее место в мировой экономике среди производителей карьерной техники. То, что создаем мы, работает везде. БелАЗ присутствует на всех континентах, это важно. 33-35% мирового рынка держит сегодня белазовская техника. Я был в разных странах, но когда скажешь БелАЗ, всем сразу становится ясно, откуда. Беларусь уже узнают, уже в Лас-Вегасе Беларусь знают. Он такой огромный, это просто невероятно. Я очень впечатлен. Здесь я слышал только хорошие отзывы. Люди, которые купят этот самосвал, будут не просто счастливы от его приобретения, но и получат намного больше в будущем. Тогда же на выставке в 2012-м БелАЗ удивляет мировое сообщество сенсационным заявлением. Через год завод выпустит машину грузоподъемностью 450 тонн. И произвели фурор во всем мире. Это большое дело. Про такую машину у нас еще в конце прошлого столетия были задумки. Задумки наших предшественников. Решая основную задачу, чтобы он мог транспортировать сборную массу 450 тонн, у нас были определенные трудности. Первые трудности были связаны с шиной, которая могла бы выдержать такую нагрузку. Вынуждены были пойти в необычную схему. У этой машины не 6 шин, а 8 шин. Поставив сдвоенные колеса, пришлось решать другую сложную техническую задачу. Для того, чтобы сохранить радиус разворота карьерного самосвала, пришлось делать две независимых оси. В итоге вышли на радиус поворота менее 20 метров, что для такой машины это очень малый радиус и большая маневренность. Мы впервые, чтобы самосвал сохранил свои скоростные характеристики, вынуждены были устанавливать на этот карьерный самосвал два двигателя. Это самосвал полноприводный. Специально для сборки сверхтяжелых машин БелАЗ построил новые производственные корпуса. Карьерный самосвал такой грузоподъемности производится сейчас у нас. Естественно, есть гордость и за БелАЗ, и за наш цех, и за наших людей. Чувства, конечно, переполняют. Этот самосвал создали все те люди, которые в 1961 году придумали первый карьерный самосвал. И те люди, которые являются продолжателями тех мыслей, тех идей. Это труд многотысячного коллектива, это труд всех поколений, которые стояли в истоках создания. Сын работает здесь в отделе конструктором, дочь тоже на заводе, жена тоже на заводе. Внучки еще маленькие, да. А дети уже работают, продолжают династию. В городе Жудино очень мало людей, жизнь которых не связана с БелАЗом. В
БелАЗ для Жодина. Это основное. Это Жодина без БелАЗа, как БелАЗ без колес. Наш город благодаря заводу цветет и расцветает. Вы посмотрите летом, какая здесь красота. Какие у нас парки здесь, улицы, чистота и порядок. Можно в тапочках ходить просто по городу. Или даже босиком. Вот мы в городе создали профтехучилище, школу, филиал политехнического института. Бассейн – это всевозможные спортивные залы, это всевозможные спортивные секции. Это прекраснейший дом культуры в городе. Мы провели серьезную модернизацию и совершенствовали наш стадион, который принадлежит БелАЗу. Профилактории, санатории свои. Немногие предприятия сохранили вот этот как бы сегмент услуги для своих работающих. Мы стараемся максимально предложить нашим работающим возможности поправить свое здоровье. Им этого словно мало. В 2012 году БелАЗ стал холдингом. В его состав вошли предприятия из разных городов Беларуси. Это, как правило, предприятия из малых городов. Мы за счет того перемещения и изготовления отдельных деталей на их площади даем людям работу, даем возможность жить у себя. Большой объем производства мы нарастили за счет кооперации с головным предприятием Жодинским БелАЗ. На сегодняшний день хозяйство полностью обеспечивает потребность мясной продукции заводчан. БелАЗ дал нам толчок жизни, сказал, что нужно двигаться дальше, но останавливаться на этом нельзя. Мы находимся в тройке ведущих мировых производителей карьерных самосвалов. Делаем серьезные шаги по поставке наших карьерных самосвалов, в первую очередь, в рынки стран дальнего зарубежья. Завод растет, развивается. Большегрузные машины сейчас очень востребованы. Когда-то был предел 220-тонник. Сейчас мы уже изготавливаем 450 тонн. Мировая горнодобывающая промышленность будет только развиваться. Работы у нас еще впереди достаточно. Уже 65 лет простоял, и еще хотим не один десяток лет проработать, чтобы выпускать побольше машин. Одно слово БелАЗ – это мощь, сила. Это имидж государства нашего. Это лицо республики. Младший сын меня в школе его спросит: кем ты хочешь быть? Он говорит: хочу быть БелАЗом.